Итогом исполнения поручения президента должно стать повышение качества жизни. Так на заседании правительства членам Кабмина заявил премьер-министр. По его словам, для этого нужно реализовывать ряд реформ. Глава Кабмина подчеркнул, что все действия сотрудников госорганов и акиматов по выполнению поручений президента должны приносить конкретный результат. По его словам, модернизация налоговой, бюджетной и тарифной политик в первую очередь должна учитывать интересы граждан и бизнеса. Для реализации всех преобразований необходимо активно развивать сильную рыночную экономику, в том числе за счет новых дополнительных источников роста. В текущих условиях мы должны показать реальные результаты. Общество ждет от нас конкретных и действенных мер.